3. Здравствуйте, коллеги. Вас приветствует машинист-инструктор моторвагона ВТП Брюкова Герасимов Сергей. Сегодня мы акцентируем наше внимание на неисправностях колесной пары. Расстояние между внутренними гранями колес у ненагруженной колесной пары составляет 1440 мм. При скоростях движения до 120 км в час допускается отклонение в сторону увеличения и уменьшения плюс-минус 3 мм. Не допускается выпускать в эксплуатацию состав с трещиной в любой части оси колесной пары, в ободе, ступице, колеса, имеющий остроконечный накат гребня, прокат вокруг катания более 8 мм, толщина гребня более 33 мм или менее 25 мм, измеряемый на расстоянии 20 мм от вершины гребня, при высоте гребня 30 мм, при высоте гребня 28 мм, измеряемый на расстоянии 18 мм от вершины гребня, вертикальный подрез гребня более 18 мм, измеряемый специальным шаблоном. При наличии ползунов на моторных вагонах от 1 до 2 мм, у прицепного вагона от 2 до 6 мм, скорость следования не более 15 км в час. При увеличении ползуна от 2 до 4 мм у моторного вагона, от 6 до 12 мм у прицепного вагона, скорость следования не более 7 км в час до станции, где колесная пара должна быть заменена. При величине ползуна от 4 мм и более на моторном вагоне, на прицепном вагоне более 12 мм, скорость следования не более 7 км в час. Тормоз на данном вагоне отключается, тяговый двигатель на данном вагоне отключается, колесная пара исключается из вращения. Спасибо за внимание.